Несколько десятков военных машин в Красноармейске. Жители города стали очевидцами перемещения спецтехники. Колонна двигалась со стороны Донецка по улице Днепропетровской. Как сообщили нашему телеканалу в областном военкомате, никаких боевых действий на территории региона не ведется. Машины ехали на полигон для проведения учений. Они запланированы Министерством обороны. Какая именно техника и куда перемещалась, не рассказали, сославшись на военную тайну.